А вот и новый помощник, Moza Slypod, который сделает ваши движения со слайдером намного эффективнее. Когда вы снимаете в одиночку, он может стать вашим партнером по съемке, помогая креативно представить любую сцену. Я говорю о новой версии Moza Slypod, Moza Slypod E. Как вы знаете, я давал много советов по использованию Moza Slypod, и я думаю, что Moza Slypod E станет вашим лучшим незаменимым помощником, если вы хотите сразу все, слайдер и монопод. Slypod E дает все необходимое для начала съемки. Алюминиевый корпус Moza Slypod имеет быстросъемный монтажный адаптер, штатив, зарядный кабель USB-C и мягкий тканевый чехол для переноски. Если вам понадобятся дополнительные аксессуары, вы сможете приобрести их отдельно, например, деревянную ручку или штативную головку. Можно установить любую штативную головку, используя крепление на четверть дюйма. Это мои Manfrotto детали, которые я только что открутил от Manfrotto штатива, и все работает. Вы можете управлять Slypod и двумя способами, обычными кнопками плюс и минус или используя приложение от Moza. Управляйте Slypod с помощью телефона и начните создавать свои уникальные движения. Так что если вам нужен слайдер, который можно прикрепить к рюкзаку, то вот он. Создать потрясающие кадры с движением самостоятельно и без оператора теперь проще простого. Вот так, ребят, это был мой небольшой показ нового Moza Slypod. В следующем видео ждите еще больше, я покажу, как использовать его с Moza Aircross 2. Палец вверх, если вам понравилось, подпишитесь с колокольчиком, чтобы получать уведомления о новых видео, и увидимся в следующем. Для получения дополнительной информации и приобретения обращайтесь к нашему партнеру drone.kz.